Возьмите бесплатное распространение. Русская православная церковь бесплатно раздаем Евангелие. Давай. Спасибо. Слава Богу. Угу. И вам также. Добрый день. Это православные христиане бесплатно распространяют Святое Евангелие. Извините, нет. Я ребенок плачет.
книга у меня в голову, у меня жена, у меня ребенок ложит. Да. Мы на пойти в голову смотреть. В этом подъезде я больше раздался. А ты? Бесплатно для чтения Священного Писания. Здесь нужно изучать закон, не просто чтобы лежало на месте. Женщина, знаете, что это Евангелие? Нет. Лизиточку возьмите, сядь. Для шамана и тут. Православная церковь. А? Желаете получить для чтения бесплатно Святое Евангелие? Нет, здравствуйте, православная церковь. Крупным шрифтом, для кого плохое зрение. У вас есть интернет, возьмите визиточку. Нет, все есть. У вас Христос в душе есть? А? У вас вера есть? Все есть. Вера, что будет страшный суд воскресенье из мертвых. Спасибо. Желаете бесплатно Святое Евангелие получить? Спасибо. Да не надо эти баптисты привязать. Православная баптистка. Ты говоришь, что у нас Святая Русь? Бесплатно Святое Евангелие для чтения. Бесплатно. Давайте. Похмельно видим. Можно на выход загонят вас. От нас что требуется, говорю, принять. Спасибо большое. Добрый день. Русская православная церковь распространяет бесплатно Святое Евангелие для чтения, изучения. Священное Писание. Он там звонил. Да. Здесь встречался?
видишь, как стучался. Это, кондейка. Под лестницей. Добрый день. Это Русская Православная Церковь. Бесплатно распространяем Святое Евангелие. Здравствуйте. Святое Евангелие желаете? Для чтения получу. Подожди. Святое Евангелие для чтения. Да, нет, спасибо. У вас есть. Из них уже проходили. Нет, я вообще не из этого дома, Юрка из этого дома. Ну-ка, умеешь читать? Читай. Глава 10. Глава 10. И призвал 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами. Духами. Чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. Юр, вот дяденька. Возьмешь? Не, у меня своих не... Вот он, делай жня! Какая? Которую ты мне там забрал. Я видел, как ты забрал. Так Господь открывает черным образом. Подъезда. Слава Богу. Добрый день, православная церковь, Святое Евангелие Спасения. Видеоканал на Ютубе. Неверующих на страшном сцене не будет. Подготовьтесь, возьмите весточку интернет-сайт. Это говори не здоровые имеют нужду у врача, но больные. Вещевай. Неверующий, значит, больной. Делаем. Мы же вам сказали, мы распространяем Святое Евангелие. Я же председателя. Только что были у него. И что? Ну, он отказался взять Святое Евангелие, отказался телевизору. Давайте быстренько спускайтесь и уходите. Какой это этаж сейчас? Это пятый этаж. Мы же туда придемся, мы уходим, больше не будем тревожить. Мы тут стены не обрисовываем, мы не в городе, больше не устраиваем. Не положено ходить, где вахтерши сидят. Где такое сказано? Выходите, сказано везде. Понятно. Пойдите по другим местам. Спускайтесь. Блаженны вы, как догонят вас. И пописуйтесь, вам вести себя тоже нельзя. Если бы мне не проповедовали Евангелие, я бы сейчас перед вами не стоял. Пожалуйста, освобождайте помещение. Ну что вы на меня наставили? А вы верующие? Верующие.
священ, но не вашей веры. А какой? Быстренько спускаемся. Какой вы веры? Расскажите о вашей вере, пожалуйста. Спускаемся и выходим. Вы не верующие женщины. Спускаемся и выходим, я говорю. Верующие люди так себя не ведут. Вам почему? Вы же не верующие, куда вы знаете? Не ходят и не беспокоят выходные дни. А кто верует, тот ходит, сам в церковь. Thank you.